В детских садах Твери проходят уроки безопасности. Их главная цель – профилактика травматизма. Занятия проводятся в игровой форме и направлены на формирование у детей навыков безопасного поведения. В среду воспитанники детского сада номер 135 изучали правила дорожного движения. Маленьким участникам дорожного движения правила безопасного поведения на дороге объясняют в игровой форме. В 135-м детском саду для малышей организовали квест. 4 тематические площадки. Этим ребятам исполнилось 7 лет. Будущие первоклассники, благодаря таким занятиям в саду, уже знакомы с некоторыми правилами дорожного движения. Красный значит стоп. Желтый значит приготовься, зеленый это значит иди. Я видела, когда маму на работу везли, я видела, что как там одна машина ехала, а там была красная, а потом он как там сбил человека одного. Никогда не нарушайте правила дорожного движения. Занятия, подобные этому, лишь часть профилактической работы. Ребят знакомят с правилами безопасного поведения в быту и на водоемах. Не дети виноваты в том, что они попадают в опасные ситуации. Это взрослые виноваты, что они не научили, не показали, не предостерегли. За воспитанниками нашего возраста необходим глаз да глаз. Всего в рамках кампании познавательные уроки, касающиеся безопасности детей в самых разных сферах, будут проводиться в городских школах и детских садах еженедельно.